Керченская переправа так и не возобновила свою работу. Очереди на паром ожидают сотни легковых автомобилей и грузовиков. Сегодня в Темрюкском районе началась сильная метель, порывы ветра не стихают ни на минуту. На место прибыл губернатор Кубани Александр Ткачев. Ситуацию на побережье Азовского моря глава региона оценил из Центра управления судов. Метео с утра докладывала, что как раз весь циклон, вот, главное, приходит на Тамань. Вот вечером здесь будут еще больше осадки в виде снега, и, естественно, и волна, наверное, побольше. Погода. Штормовое предупреждение по всем портам южной и северной части Керченского пролива. Примерно на трое суток дается погода до 20 метров, северо-восточное направление, снег, осадки. Позже здесь же, в управлении движения судов, губернатор собрал краевой совбез. Одним из главных вопросов стало обеспечение безопасности на Керченской переправе.